Дочка, сегодня мы узнаем, какой у тебя цвет крови. Мама, я поранила пальчик. Что, Ная, твоя кровь? Она красная. И чё, у Пердоли её вообще нет? Ты что, Ная, в нашем мире только серебряная и золотая кровь. Я сделаю тебе серебряную метку, Ная, её хватит ровно на 10 лет. А почему не золотая, а серебряная? Потому что золотые очень сильные, Ная, и они сразу знают, кто ты. И что, ты серьезно хочешь запереть нашу дочь в доме? Ты не понимаешь, Кайл, у нее красная кровь, а если она поранится, все увидят. Мама, я буду осторожна, никто не узнает. Перед поступлением в первый класс мы должны проверить цвет вашей крови. Дайте руку. Ладно. Отлично, теперь покажите цвет вашей крови. Серебряный. Вы можете поступать в первый класс. В нашем мире существует 3 клана. Клан золотой крови, самый высший. Клан серебряной крови считается средним. И клан красной крови. Это самые низшие и презираемые существа. Мы с ними никогда не общаемся, и их единицы в нашем мире. Ой, привет, ты, кажется, новенькая, я тебя раньше не видела. Я недавно перевелась. А какого цвета у тебя кровь? Серебряная, у тебя? А, у меня золотая, прости, мы золотые не общаемся с серебряными. Это Сандра с тобой говорила, такая заносчивая стерва. Нам повезло, мы с тобой не такие заносчивые. Да, я тоже считаю, что люди с серебряной кровью самые добрые. А как же люди с красной кровью? Ты с ума сошла, молчи вообще про них, красные это наши слуги. А, убейте его сейчас же! Что там происходит? Джаред ударился рукой, у него пошла красная кровь. Это ошибка, это недоразумение, у меня золотая кровь, правда? Увидите его, срочно. Мама, сегодня схватили Джареда, они узнали, что у него красная кровь. Господи, Ная, тебе срочно нужно уйти из школы. Итак, ребята, сегодня все обязательно идут на сдачу крови. Простите, профессор, мне нельзя, я... А что, ты боишься, что у тебя не серебряная кровь? Дай руку. Пожалуйста, нет, можно мне потом? Давай, живо, мы должны проверить цвет твоей крови. Отлично, а теперь покажи свой цвет. У меня что, оранжевая кровь? Это ведь почти золотая. Ты что, совсем сдурела? Оранжевая кровь еще хуже красной. Живо, дай руку, я возьму кровь у тебя из другого пальца. О, господи. У меня что, в каждом пальце разная кровь? Ная, господи, ты теперь сможешь учиться с золотыми, с высшими. Что? В смысле? Чтобы пройти в сектор высший, тебе нужно будет просто приложить палец, где у тебя золотая кровь, и тебя сразу система пропустит. Что тебе было непонятно в слове «высшее только с золотой кровью», а ты? У меня вообще-то совершенно разная кровь, у меня все цвета. Ты за кого нас принимаешь? Да, мы знаем, что ты не одна из нас, у тебя красная кровь или вообще оранжевая. Мама, в школе все узнали про мою кровь. Что? Как такое возможно? Как у тебя из каждого пальца идет разная кровь? Может быть, я инопланетянин? Нет, Ная, мы должны отрубить у тебя все пальцы, оставить палец только с золотой кровью. Кэти, что, реально, я теперь могу пройти везде? Конечно, Ная, с золотой кровью везде, в элитные рестораны и даже в королевский дворец. Что? Даже во дворец? Но как? Люди с золотой кровью выше, Ная, они правят нашим миром, конечно, они могут пройти во дворец. Здравствуйте, что хотите на обед? Я хочу вон то, самое дорогое блюдо. Офигеть, у нее крыша поехала. Как она может его купить? Оно же только для золотых. Тогда сегодня мой день. Я угощаю сегодня всю столовую. Приложите палец с золотой кровью к датчику. Обед на всю столовую оплачен. Я не понимаю, Ная, как ты так можешь разбазаривать свою кровь? Она нам самим нужна. Мама, но я хочу помогать людям. Неизвестно, насколько хватит твоей крови, Ная. Поберегла бы ее лучше. Ребята, сегодня срочно все идем на сдачу крови. Что? Это обязательно? У меня живот недавно брали. Профессор, она просто боится, что у нее подтвердится оранжевая или красная. У вас разная кровь, и, скорее всего, вы обманули систему. Я никого не обманывала. Дайте руку для проверки крови. О, господи! Что и что это значит? Все оттенки крови смешались и получилось бриллиантовое. Поэтому убить ее срочно! У меня бриллиантовая кровь, значит, я высшая из высших. Что у нее бриллиантовая кровь? Быстро уничтожить ее! Подождите, но за что? В нашем мире могут жить только люди с золотой и серебряной кровью. На, я не поняла, почему ты не в школе? Мам, мне кажется, меня хотят убить. Обязательно, только школьную кофту сними, а то замараешь. Мама, у меня бриллиантовая кровь. Что? Что, Ная? Мы будем оберегать вашу дочь. Те люди, которые хотели убить ее, истребляют всех людей с бриллиантовой кровью. Но что такого плохого в нашей крови? Чем мы им не угодили? Ваша кровь очень опасна, Ная. Мы пока не можем вам рассказать, почему. Так ты теперь у нас ходишь с охраной? Что такого с твоей кровью? Кэти, я сама не знаю. Дай сюда руку, я хочу кое-что проверить. Ай, ты что сделала? Я попробую твою кровь. Кстати, обычная на вкус. Что? О, господи, Ная! Значит, студентка Кэтрин проколола палец Наи, попробовала ее кровь. Вы что, серьезно? Простите, ну где моя подруга? Что вы с ней сделали? Просто выгляни в окно. Что? Да-да, давай, посмотри туда. Видишь, на что способна твоя кровь. А она что, летает? Мама, моя кровь бесценна. Это с чего это такая уверенность? У тебя же нет одного пальца на руке. Держи, попробуй мою кровь. Ну нету, и что? Да не буду я ничего пробовать. Мама, да попробуй. Ладно, только отставь. Что? Смотрите, ходит тут, строит из себя непонятно кого. Знаешь что, Сандра, засунь себе золотую кровь в... Срочно всем студентам пройти на сдачу крови.
Здравствуйте, но зачем мне сдавать свою кровь? Как оказалось, твоя кровь обладает целебными свойствами. Что, моя кровь поможет исцелить других людей? Конечно, Ная, с помощью твоей крови мы сможем спасти весь мир. Долго мне так сидеть, у меня уже голова кружится. Не волнуйся, Ная, осталось немного. Подождите, вы что, собираетесь забрать у меня ее всю? Ты права, сперва мы не хотели этого делать, но наши планы изменились. Тогда я сама попробую свою кровь. Что? Нет, Ная, не делай этого! Что? Черная кровь? Это вообще как? Ты хоть понимаешь, что ты наделала? У тебя была бриллиантовая кровь, она могла исцелять других людей. Но ты с какой-то стати решила попробовать свою кровь и отравила ее. И что мне теперь делать? Девочки, вы слышали? Она попробовала свою собственную кровь. Это ужасно, недолго ей осталось. Может быть, со мной ничего не будет? Ты что, твой организм уже отравлен собственной кровью, она у тебя черная. О, господи, это еще что такое? Ная, дочка, у тебя все хорошо? Да, мам, все в порядке. Твоя бриллиантовая кровь помогла отрастить мне палец, и я рассказала об этом другим людям. Что ты сделала? Зачем? Твоя бриллиантовая кровь будет исцелять других людей. За деньги, Ная. И что, твоя мама уже кого-то приводила? Да, приводили маленького мальчика, у него был рак. Так ты ему дала попробовать свою черную кровь? Конечно нет, Кэти, я просто сбежала. Интересно, что будет, если ее попробует другой человек? Ребята, я узнала, что будет, если попробовать черную кровь. Костя, расскажи мне, мне очень интересно. Каждый, кто ее попробует, превратится в зомби, Ная. Подожди, что за бред ты несешь? Это невозможно. Эй, Ная, а ну-ка стоять. Здравствуй, Пейтон, чего тебе? Дай руку, у тебя же бриллиантовая кровь, я хочу ее попробовать и стать всемогущим. Нет, Пейтон, не надо, она уже не... А, что? Что ты со мной сделала? Мы должны запереть ее или уничтожить, что она сделала с моим сыном? Я ничего с ним не делала, он сам виноват. Да, Ная, мать Пейтона права, мы должны что-то сделать с тобой, твоя кровь невероятно опасна. И что, ты уходишь из нашей школы? А что случилось с Пейтоном, Ная? Я не знаю, что с ним случилось, он просто попробовал мою кровь и с него стала слезать кожа. Ная, тут пришел новый клиент, ты идешь? Уже бегу, мам. Мы ждем. Так больше не может продолжаться. Ная, дочка, что ты делаешь? Мама. Твоя кровь, она испарилась, теперь тебе всегда придется пить чужую.